Небольшая заминка с авторучкой не помешала представителям Siemens и Электросвязи подписать этот четвертый и самый крупный по объему и стоимости совместный проект – 11 100 000 Deutsche Mark. Немцы считают, что для них это выгодное дело. Уже в этом году планируется строительство линейных сооружений и помещений под оборудование современных цифровых телефонных станций в Пионерском и Пряженском районах. Если говорить о Петрозаводске, то реализация этого проекта даст возможность дополнительно увеличить емкость городской телефонной сети на 30 тысяч номеров. Можно сказать, что в конце этого года будет решен вопрос по замене центральной станции города Петрозаводска, которая работает в Петрозаводске с 54 или 55 года. Будет расширена Древлянка на 4992 номера, и общая емкость составит 12116 абонентов. То есть фактически проблемы Древлянки по этому контракту будут полностью сняты. Кроме этого, новое оборудование позволит абонентам разговаривать с любой точкой мира через спутниковые системы. Уже на следующей неделе начнется финансирование и поступление первой партии станции Siemens.